Положительный рост в экономике дал возможность решить актуальные проблемы социального обеспечения населения. Так, в прошлом году в первую очередь были повышены все виды социальных пособий. Выплаты людям с особыми возможностями здоровья увеличились от 100 до 200%, а детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, на 50%. Впервые за долгие годы 2 раза была повышена суточная норма питания в интернатах. Забота и всесторонняя помощь нуждающимся – первостепенная задача государства. Всего в стране 202 тысячи граждан с инвалидностью, 35 тысяч из этого числа – дети. Для того, чтобы повысить качество предоставляемых им услуг, в прошлом году государство начало оплачивать услуги персонального ассистента. Благодаря поддержке нашего президента мы добились хороших результатов в прошлом году. Люди с инвалидностью получают повышенное пособие, а нуждающиеся семьи – поддержку и Юблюга-гумёк. Персональным ассистентам выплачивается денежная поддержка в виде частичного возмещения возможного трудового заработка гражданина. Плюс к этому получают зарплату и ассистенты людей с инвалидностью старше 18 лет. До этого такие зарплаты не выплачивались. В целях улучшения благосостояния населения по поручению президента Садыра Джапарова впервые прошло масштабное повышение заработной платы для работников социального блока. Были реализованы специальные проекты и программы для поддержки нуждающихся семей. 2800 семей уже получили эти 100 тысяч сомов, по 100 тысяч сомов получили, и они начали свой бизнес. Бизнес у них он бывает разный, вот это мини-пекарня, мини-швейный цех, или там, скажем, вот цех по ремонту автомашин. То есть кто что-то умел делать, да, вот они этим уже делом уже занялись. Но самое главное, там мы меняем сознание людей. Там мы их обучаем финансовой грамотности, обучаем, как писать бизнес-планы. Государство намерено вести активную работу по снижению уровня безработицы и бедности среди населения. В этом направлении Минтруда начнет реализацию предпринимательских проектов для граждан. Для этого будет проводиться специальное обучение для развития необходимых навыков и предпринимательского потенциала. Мы планируем 10 тысячам наших семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, оказать материальную помощь в размере 100 тысяч сомов для стартовой ситуации, для начала своего бизнеса. Это раз. Вот. Кроме этого, мы будем обучать 15 тысяч наших граждан и будем давать им новые профессии. Наряду с этим был предоставлен льготный тариф на электричество нуждающимся семьям. Данная поддержка будет продолжаться и в этом году. В домах малоимущих семей установят солнечные батареи мощностью от 5 до 10 киловатт в час. Вся выработанная электроэнергия будет использована получателями пособия Юблюга-гумёк, а излишки выкупит государство. Мы устанавливаем солнечные батареи семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эти семьи, они покупают 700 киловатт покупают по 50 тын, а уже, как вот уже, если будут излишки, они его будут продавать по цене 4 сома 42 тына. То есть, кроме того, что семья будет пользоваться бесплатной электроэнергией, она еще сможет на электроэнергии хорошо зарабатывать. В прошлом году Министерству труда удалось решить существующие вопросы миграции. Так, представители министерства активно начали работать с гражданами по вопросу внутренней миграции. Помимо этого, в России было открыто представительство Минтруда, которое на сегодняшний день оказывает необходимую помощь мигрантам из Кыргызстана. Если раньше наши граждане уезжали на заработки только в Россию и Турцию, то с прошлого года были созданы хорошие условия и география. Министерством труда были достигнуты договоренности с рядом развитых стран. С прошлого года была создана безопасная миграция. На сегодня кыргызстанцы на основе достигнутых меморандумов отправляются на заработки в Германию, Англию, Японию, ОАЭ и не только. В рамках безопасной миграции наши граждане не могут работать законно. Министерство труда, социального обеспечения и миграции будет продолжать активную работу по улучшению безопасной миграции. В этом направлении в ближайшее время Кыргызстан подпишет необходимые документы с Венгрией и Японией. Ахмер Нурдинова, Жашилах Исаков, ЭлТР, Бишкек.